Так, всем привет, вы на стриме. Стрим начался. Всем привет, вы на стриме. Это FNAF 9. Подписчик мне написал, почему я не снимаю про FNAF 9. Потому что страшно, мистика всякая. Но я не играю, я уже нормально так не играю, освоился. Играю я в него прекрасно. Хотя вы задумывались вопросом, что это тут за значок? Не знаю, короче, мне... Я когда качал FNAF, у меня появился этот значок. Не знаю. Какие-то баги. Рокси плачет. Окей. Входим. Музыки. Короче, зараз скажу. У меня проблемы с видеоредактором. Кто здесь? Фэнди, у нас все комнаты. Я иду, иду. Ребят, сразу скажу сказать, у меня проблемы с видеоредактором. Я не знаю, ли у вас это отображается, но у меня проблемы с видеоредактором. Короче, мне надо в комнату Чики. Но я туда не могу попасть. Или могу? Я получил 4-й уровень доступа, значит, я смогу. Ребят, уровень доступа 5? Да вы шо? Так. Ready. Погнали. Меня бесит эти баги видеоредактора OBS. Капец. Так, смотрите. Вылезаем из Фреддика. Ну, пацаны, мне дело поважнее. Ага. Так, зажечь фонарик. И куда это мы с вами попали? Сохранялочка. Что бывает? И, кстати, если что, некоторые блогеры... Вот этот тут символ вставляли в свои видео. Это реально, это не я копирую у них. Некоторые блогеры реально вставляют в свои видео вот эти вот символы. Так, короче. Мы вернулись на главную сцену. И шо? Погнали что-то посмотрим. Потому что тут Чикуля бегает. Какая-то мистика. Я расскажу. Я играю без микрофона, поэтому, возможно, вы будете слушать посторонние звуки. Ну и графика у меня вообще не такая уж и хорошая. Очень неважно. Мне только графика бесит тоже. Погнали. Что такое гайд? Так, L-Chips. Бот, уйди. Так, и что это за зона? На боулинга? Или чего? Я не понимаю, что это за зона? Нажмите тэп, чтобы открыть чат. Я не понимаю. Что такое? Не бывает какая-то зона? Комната охраны. И пропуск охраны нам тоже надо. Are you lost? Emergency lockdown activated. This area is off limits to guests. No, no, no! Freddy, I don't know what happened! All I did was take the
Сразу успокойся, я так и не знаю, что заблокировано. Не могу активировать некоторое время. Мне кажется, что это аниматроники. Рокси! Так, я надеюсь, тут чеки не будет. Рокси. Эй, пацаны, выходи. Монти еще здесь! Вы шо? Меня обои заблочат. Капец. Закрывай. Чего ты мне поможешь? Так, а там эта дверь закрыта. Вторая пока что открыта. А ты мне не пройду. Они ее не пробьют. Они к другой пошли. Нет. А, нет, Монти пытается плотно закрыть. Так, открыли мят. Они куда-то ушли. А, все, вон они ушли. Но сигналка опять. Чего сигналка идет? Ты ничтожество. Ага, иди. Не за что они зашли. Подожди. Подожди. А мы это ж не идет. Надо внимательно смотреть. Так, все, закрываем. Я тут тоже. Идите вы. О, что тут было? Ха, пытаешься открыть. Не получится. А где Рокси? А, вот он. А мы можем открыть? Короче, я понял логику. Никакой логики. Давайте секундочки. Идите вы уже быстрее. Так, окей, они еще не идут к двери. Давай, время идет. Ладно, чтобы они не шли. Нет, она идет. Закрываем. Иду тоже. Стрелянка вообще сбилась. Эррор. О, все. Идеально. Все, они, короче, начали уходить. Уйди. Да, все, они ушли. Прекрасно. Прекрасно. Теперь у меня есть куча времени. Кажется, эфир уже очень долго идет, или нет? Короче, пусть еще будет такой эфир. Сейчас мне надо выбраться. И главное, не попасть на этого бота. Да, ну что там? Окей, погнали. Фезер Бест. Ага. Нам получается сюда. Или нет? Давайте посмотрим, что за этой дверью. Мне интересно. И что здесь?
лабиринт какой-то. Вообще. Вообще. Невероятный лабиринт. Вообще невозможно пройти. Эй! Давай сохраняйся. Так, зарядка фонарика. Полезно. Зарядим. Мы вернулись, получается, комнатам аниматроников. Да. Григорий тоже где-то тут. Ой, Фёдор. Да, Фёдор. Так я не понимаю, а где Чика? Хотя, какая она бабушка? Мы можем зайти в её комнату. Смотрите, как у неё тут прикольно. Почему? Подарочек. Хорошо, билет на вечеринку. Отлично сработано. Билет на вечеринку. Уна! Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Уна, уна, уна. Она уже тут. О, все, мы вошли. Идеально. Новое задание. Давайте подумаем. Или Phaser Blast, или камера. Я не знаю. Не, реально, я не знаю. Дам сомнение. А короче, какая мне разница? Не, а реально. Так, я, ребят, теперь не знаю, как запись закончить.